Приветствую всех на канале авторазбора Гидрач. Сегодня к нам заехала в разбор Kia Rio 4 1.4, бензин, механика, 18 год, полностью целая, в заводской краске. Задние стеклоподъемники на веслах. Салон чистый, все целое. Комплектация с датчиками давления в шинах. Пробег 45 800. Самая базовая комплектация. Ничего в ней, кроме кондиционера, нету. И передних стеклоподъемников. Кнопка ГЛОНАСС. Здесь все соответствует пробегу заявленному. Сиденья не просиженные, руль не затертый, руль не кожаный, обычный. Двигатель работает, практически не слышно его. Работает ровно. Весь чистый, нигде не сопливит. Здесь все целое у нас. Оригинальный капот, все двери оригинальные. Сейчас прокатимся. Посмотрим, как у нас на ходу она, как коробка работает. Обороты набирает, никаких ни провалов нету, ни ошибок не выскакивает. Коробка переключается четко, без хрустов. Руль никуда не ведет, ни в какую сторону. Kia Rio 4, двигатель 1.4, первый цилиндр, замер компрессии. Второй цилиндр. Также 12. Третий цилиндр. Также 12. Четвертый цилиндр. Двенадцать с половиной.